Совет за период своего существования помнит много крупных значимых событий. Одним из таких является ежегодная Олимпиада Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа». Она по своей сути одна из важнейших интеллектуальных состязаний, которая помогает выявлять одаренных детей со всех северокавказских республик. Идея зарождения соревнования среди школьников появилась 7 лет назад, в 2010 году, именно в северной столице Дагестана. Основоположником стал начальник городского управления образования Руслан Ибрагимов, который получил поддержку и одобрение со стороны руководства республики и города, посчитавшие, что это не только важный этап повышения престижа образования, но и залог укрепления добрососедских отношений, столь важных и необходимых в наше время. Это олимпиады, самое главное, чтобы они знали, что не места, а чем больше они будут друг друга узнавать, чем больше друзей они найдут здесь во время олимпиады. Вот это самое дорогое богатство будет, и результат мы будем считать, что есть. Чем больше людей будут знать, и чем больше у наших детей будут друзья, товарищи, будем говорить, по всему Северному Кавказу и за пределами, вот это самое большое богатство. Места они, то, что они объединились в одно целое и под одним флагом, будем говорить, одной этой символикой, участники такой олимпиады, о них везде говорят, вот это самое дорогое. Ежегодно для участия в Хасавюрт съезжаются юные представители 7 северокавказских республик: Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской республики, Северной Осетии и, конечно же, Дагестана. Кроме того, всегда активно принимают участие команды Ставропольского края. Для проведения олимпиады город подготовил 2 крупные образовательные площадки – гимназию номер 3 и гимназию номер 2 имени Александра Сайтиева. Участники продемонстрируют свои знания в честной борьбе на протяжении 3 дней. Гости смогут не только принять участие в образовательном состязании, но и познакомиться друг с другом и, конечно же, обрести новых друзей. Очень рады таким этим настроением, как участвуют наши учащиеся, тоже вот все, вот, кто приехали, гости. Как вот, вы знаете, не сколько олимпиады, сколько у нас, как и праздник, тоже он проходит. Здесь еще хотел бы отметить и пожелать нашим учащимся всем, чтобы они заняли все призовые места. Но, конечно, все участники, я считаю, это уже победители, которые попали в эту олимпиаду. И всем сопровождающим тоже хочу сказать за содействие и вот поддержку нашей олимпиады, кто посодействовал, всем тоже огромное спасибо. Я думаю, что хоть 7-й год мы ее проводим, она как у нас уже как традиция, наверное, будет и продолжаться. И действительно, съезжая с 7 республик, дети, да, вот он, это настоящий праздник. Это общение, это живое общение, это праздник. Вы понимаете, вот сделал свои задания, это не только заканчивается просто предмет олимпиады. Это дружба, это друг друга лучше узнают. Мы любим всех. Мы, честно говоря, с этими представителями уже породнились. В каком вот, то, что после этого мы вместе с ними созваниваемся и проводим веб-уроки, телемосты. То есть это очень хорошо, так что добро пожаловать в город Хасавюрт, добро пожаловать в гимназию номер 2. Организаторы интеллектуального праздника надеются, что пребывание в городе и участие в конкурсе подарят много незабываемых впечатлений для всех его участников. Начало положено, и нам остается пожелать удачи и везения.